Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Tower Conquest. Так, зайдем в магазин, быстренько глянем сейчас на что-нибудь бесплатное. Бесплатно, ну это банши. Просто банши, вот и все. Так, ежедневка, у нас что разыгрывается? Грифон, не надо, спасибо, грифон у меня прокачан по полной программе. Так, на арене что мы получаем? 15 карточек на стража и плюс воблер. Ну, воблер, в принципе, нормально. Насколько я помню, воблер у нас не прокачан, а вот колдун, колдун вроде бы прокачан у нас по полной программе. Эх, моя родная, я возьму, наверное, знаешь что? Я возьму, наверное, вот этот отрядик. И быстренько попробуем сейчас пробежаться с помощью... Блин, молотничек 125 стоит. Поэтому... Поехал, родной. Естественно, ребят, он всех тут уничтожит. Тут даже никого не надо больше выпускать. Просто один раз. На 5000 с лишним рубанул, называется, по башне вражеской. И, соответственно, ее раскурочил. Но, друзья мои, мы с вами идем сюда. Так, начнем, наверное, вот с этого отряда. Я думаю, будет оптимально. Так, у нас ползун есть, у нас есть фехтовальщик. У нас есть ниндзя, кстати, ниндзя вот здесь. Против фехтовальщика, наверное, я думаю, вообще будет топово, если мы ее выпустим. А вот против, блин, против этого, конечно, ребят, не проканает. Поэтому джиггернаута вызываем. Вообще топ. Замечательно. Слушай, ну отряд, ребят, как всегда на высоте, как всегда хорош. Плюс тюрьму выпустили. Почему тюрьма на замок? Ладно, фиг. Это уже не имеет значения. Что да почему? Главное победа. Главная победа, и у нас очень даже неплохой результат для первой катки. Так, здесь я, наверное, отряд оставлю тот же самый. Менять ничегошеньки не стоит и не нужно. Потому что особых изменений здесь по врагам нету. Да и враги здесь на самом деле ватники. Так, вышел, да? Ну давай. Ой! Ой-ой-ой-ой-ой, я не то сделал, ребята. Я не то сделал. Молодец, красава. А вот этого успела, успела завалить ниндзя. Ты прикинь, молодец. Тут похуже будет. Тут у нас, конечно же, лучница. Но фехтовальщик мой надрал ей задницу. Давай-давай-давай. Типа выручил, да? Типа спас своего из клетки. Не тут-то было. Давай, фехтовальщик, бегом. Не проканал фокус. Фехтовальщика уничтожила лучница. Ну, опять же, ребят, уже все. Итог этого замка предрешен. Мы его разнесли. А по-другому быть и не могло. По-другому быть и не могло. Так, переходим на предпоследний этап. И здесь появляется бродяга. Да-да-да, тот самый мальчик-бродяга, который что-то ищет в потемках, который выходит первым. Так, ну мы можем его спокойненько нокаутировать тем же самым ползуном. Фехтовальщик, естественно, возьмет на себя ниндзя. Так, ну опять же, друзья, не забываем, что втихаря он все равно может пойти. Вот он уже идет втихушку, но здесь его встретит джиггернаут, и ничего он ему не сделает. Я вызываю клетку. Давай-давай-давай-давай-давай. Есть. Копейщица отдупляется. Ползун врезается, и джиггернаут уже начинает делать там свою мясорубку. Найс. Просто великолепно. Идем как на духу, ребят. Просто без каких-либо проблем. Так, здесь король. Король. Ну, ты знаешь, нам, наверное, придется взять... Можно взять вот этот отряд, в принципе. Король, ну что, если мы его застанить успеем, то это будет круто. Другой разговор, если мы не успеем его застанить, и все зависит от того, кого он сейчас будет посылать на нас.
А первым, наверное, выйдет бродяга. Нет, не бродяга. Не бродяга. Ну, давай начнем тогда. Щитобот, выходи. Будешь прикрывать моего баллистика. Бродяги я пока не вижу, ребят. Иди сюда. Начинает она мне там уже стрелу свою тетиву натягивать. Кто мне нужен, ребята? Естественно, мне нужна друидка. Опа. Так. Ах ты, гаденыш ты этакий. Все-таки, ребята, лупанул он. Ай. Яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, король. Да-да-да-да-да, друзья. Тут уже вышел король. Да ладно, он такой мощный. Серьезно? Я тебя сейчас там под... тулюлюкаю. Люлюлюкает меня. Так, смотри, что делать, а? Он в тотем, ребята, уперся. Бродяга. Он уперся в тотем. Но, судя по нашему раскладу, идет все просто чудно. Мы за этот поединок столько карточек с тобой на фехтовальщика надыбали, что если бы он у меня не был бы прокачан, мы бы его, наверное, прокачали. Такая армия пришла на замок. Ему не устоять. Конечно же нет. Во главе с друидкой. Это бесполезно. Ну что, я забираю сундук. Друзья мои, сундук подданных. Ничего хорошего нам здесь не выпало. И мы... о! Вот это хорошо, ребят. Епископ. Очень, друзья мои, тяжело он прокачивается у нас, этот епископ. Такс. Кстати, что тут у нас? Что у нас вообще по этой, по тренировке? Можно мне посмотреть? Подожди, а почему я епископа сюда не отправил? Он же у меня слишком слабый. Да, он то же самое, ребята, как и Санта-Клаус. Имеет 3 звезды, только у Санты еще меньше звезд, чем у епископа. И бродяга? У меня не прокачан бродяга? Хо. И, конечно, жрица не прокачана. А колдун прокачан полностью, ребят. Здесь вообще все... Нет, не все. У нас призрак не прокачанный. Нужно, знаешь, сколько? 43 карточки. 43 карточки, и тогда будет он прокачан по максималке. Здесь у нас толкатель, как ты видишь, не прокачан. Остальные юниты все. Ну и еще, конечно же, термин 9000. И... ну, понятно, фабрика, это все ясно. Здесь... ну, Сунь-Кун, это... само собой. Здесь смотритель. А вот у нас воблер не прокачан. Кстати, морпех тоже не прокачан. Морпех, слизень, мистраж и тритон. Слушай, у нас вот за захватчиков очень много чего не прокачано. Даже по юнитам, друзья мои. Даже по юнитам. Хм. Мы это учтем. Ну что, друзья мои, у нас тигр плюс крестьянин. Начинается, короче, баталия. Иди отсюда, плешивый. Не до тебя сейчас. Так, нам нужно... о, вдвоем-то, конечно, молодцы. Так, ну что, пошел у меня паладин. Еще один щитобот. И, наверное, будем вызывать всадника на журавле. И опять же щитобот. Плюс вызовем баллисту. Ну, против тигра, конечно, ребята, баллиста не поможет. Если он выпустит свою душу, то это все, это хана. Кому по барабану на все на это, друзья мои, всадникам на журавлях. Они имеют, как сказать, они на возвышенности, поэтому...
И то, что он там выпускает против нас свою волну, им до нее вообще по барабану. То есть душа тигра нас как бы не колышет вообще нисколечко. Он себя чувствует превосходно. Но пошел, родной, пошел. Следом, наверное, мы отправим. Ох ты. Ну, следом давай отправим, наверное, всадника на журавле. Еще одну щитную боту для прикрытия. Ну и, наверное, будем же. Такой идет. Шестеренки наружу, как говорится. Опа, вот так вот. Вызываю паладина как крепкую, так скажем, единицу, которая по барабану на это все. Он зачастил, кстати, со своей душой, я смотрю. Они напрашиваются на то, чтобы я призвал, наверное, других. Они именно этого хотят, да? Друид только вышел, ребят, мы уже замок разнесли ему в пух и прах. Ну, давай, давай посмотрим три... Ой! Блин. Да-да, ты правильно понял. Ронин плюс этот, ну, конечно, имба. Этот псих не вышел. Слушай, я вот думаю, а ниндзя справится с Рониной? Успеет? Успела, прикинь? Два Ронина, ребята, ниндзя два Ронина уронила. Ну правильно, потому что он вышел без истерики. Так, давай я быстренько в клетку всех этих охламонов. Душа рванула, ребят, и где-то вот здесь вот прямо перед самими ниндзями упала. То есть мне не хватило ему долететь и уничтожить их. Круто. Так, здесь Ронина нет, поэтому я могу вернуться, наверное, вот на этот наш отряд. Хотя... Блин. Твою налево. Ладно, говорили. Ну, этот отряд бы мне пригодился на последнем поединке. Но там я возьму топовый, фиг с ним. Топовым, я думаю, мы там разберем всех. Сейчас Ронин, по идее, должен выбежать. И если он не побежит, мы выпускаем с тобой. Блин, ну вот тут, конечно, ты зря. Давай. Смотри, мои ниндзя, ребят, все-таки. Все-таки оказалось пошустрее. И сейчас я буду вызывать, знаешь кого? Жнеца. Даже не понадобилось. Ну и последний поединок. Как ты видишь, богиня солнца здесь будет, собственно, персоной. И вот тут, ребята, будет небольшая проблемка у нас. Ага. Сейчас все сделаем. Главное, чтобы отражение работало. Что-то я не видел, чтобы оно там работало, это отражение. Но зато очень неплохо работает луч. Господи, он даже не вышел. Она даже не вышла, ребята, богиня солнца. Она просто там убежала, я не знаю, в кусты куда-то и... Даже носа своего не показала. Да. Так, ребята, у нас с вами фабрика. То есть роботы. Но даже не знаю, толкатели, блин. Толкатели, это, конечно, бесявая фигня. Бомбер фиговый очень здесь. Ну и толкатель тоже, само собой, ребят, для нас представляет некую такую проблему. Поэтому давай начнем, наверное, с голема. Сразу, что ли?
Ой, ненавижу я вот это вот. Ненавижу. Два голема пускай идут. Если что, ребята, выкинем корни. Выкинем корни, чтобы они... Ой, как они ему мало урона наносят. Ну и... Слушай, а голем решил хильнуться, но он хиляется, ребят. Он 2511 очков себе восстанавливает. Но тут, мне кажется, все. Тут мы раздолбаем все. Хе. И карточка натолкателя, кстати. Карточка натолкателя — это как раз то, что нам нужно. Ну что, двигаемся дальше, ребят. Второй этап. И здесь у нас прибавляется репульсор. Репульсор. Так, давай подумаем. В первую очередь... Не, давай подкопим, наверное, вначале. Вот, не зря я подкапливал. А что, если я сразу деда вызову, а? Чем мы будем тут мелочиться? Успел ли я деда призвать? Успел. Ну вот, сейчас начнем, ребят, колбасить. Я еще выпускаю корни. Черт подери. Бабах, получает дубиной такой по башке. Нет, все. Тут у противников даже шансов нет выжить. Смотри, что мы тут с тобой устраиваем. Разнесли. Разнесли вражескую базенку. Так, третий этап. Молотильщик. Вот это плохо. Вот молотильщики — это плохо, ребят. Поэтому я взял вот этот отряд. Опять же, только лишь из-за всадников на журавле. Потому что молотильщик, я знаю, будет тут. А что мне делать? Блин, да она же его сейчас раскурочит. Вот, вот об этом я и говорил, ребят. Ты видел? Просто как будто специально все это делает. Так, давай-ка мы этого хламона сюда под... Зачем я его так рано подтягивать стал? Два всадника на журавле пускай будет. Пускай будет два всадника на журавле. Так, слушай, ну... Мои уже возле базы. Друидку вызвал, называется. Сразу в нее прилетела, блин. Пила пильная от этого, от молотильщика. Еще прилетела одна. А она даже не думает, ребята, себе хилять. Идет просто, как будто ничего не бывало. Зашибись. Обычно она должна выставлять там тотем какой-нибудь, хотя бы хильнуть себе. Нет. Зачем? Нам этого не надо, она идет вперед. Высоко задрав свою голову, типа, с деловой походкой. Ладно. Сейчас мы что-нибудь придумаем. Так, им далеко идти до нас? Я успею Палыча позвать? По идее, да, я успею Палыча позвать. Плюс... Давай, всадника. И щитобота. Давай так вот притянем их. Баллисту нет смысла, ребята, вызывать баллисту, потому что его бомбардирует и уничтожит. Бомбер. Ну, обмен ударами. И вот пришел главный, блин, офигеть. Да ты запарил уже. Ну и походу все, он допрыгался. Мы уже подошли к его замку вплотную. Я еще нажал на друидочку. Друид, как всегда, только по яйцам, и мы замок разносим, да? Тоже, опять же, только вышло все, ребята. Эти сразу напряглись и уничтожили замок. Так, последний этап. Берем топовый отряд.
Топовый отряд. Ну, понятное дело, здесь термин 9000, ребят, поэтому заряд, заряд именно от нашей звезды смерти мы держим до последнего. Если он, конечно, опять успеет выйти. Может и не успеть выйти. Ай, Ронин. Медленной походкой вышел. Че и оглушили его. Но Чумнуха успела все-таки бомбануть бомбера. Че, неужели не выйдет? Да, ребята, термин 9000 испугался в очередной раз. И, соответственно, мы, ребята, разнесли замок. Я думал, хоть появится. Не-а. Труханул, так скажем. Так, мы переходим с тобой на территорию захватчиков. Ё-моё, бородавочник. Бородавочники плюс... плюс ползун. Давай. Ать, нормально. Блин, ну бородавочник, ребят, если сравнивать голем и бородавочника, то... Ху-ху-ху. То, само собой, бородавочник сильнее будет его. Тут повезло, что он просто не побежал на нас. Не начал свой разбег делать. Ага. Блин, все хорошо, ребята, вот в этом вот. Служители тьмы. Плохо одно. Он очень, друзья, дорого стоит. Прям, блин. Куда он там бомбишь-то? Кого он там бомбит-то все? Никого нету? А, он все, понял. Ой! Просто чудом, ребят, повезло нам. Слушай, тьмы в кустах спрятался. И что бородавочник не попал по нему. И ползун тоже, ребята, не попал по нему. Прикольно. Так, ладно. У нас еще одна энергия на этом отряде есть. И тут жаба с пушкой. Жаба с пушкой, которая замораживает. У нее эффект заморозки идет. Так, я думаю, наверное, первым вызвать молотильщика. Я это делаю именно вот для этого, ребята. Он скидывает свой вот этот вот разбег. Тем самым давая мне шанс... ни на что. Воу! БФГ-ха, ты меня сейчас выручила. Просто. Просто выручила. Вообще классно. БФГ-ха просто бомбанула своим лучом и снесла их всех там. То есть луч у БФГ-хи действительно мощный. Не вот этот, вот этот белый луч, который он выпускает. Этот обычный атаки. А луч это уже получается типа как ульта. Да все, сдаются. Никаких шансов у них тут не было и не будет. Так, ребят, ну что, мы идем в бой на третий этап. И у нас, к сожалению, энергия осталась только на топовом отряде. Ну, что же я могу тебе сказать. Первым, как всегда, выходит Ронин. Но опять же, молотильщик. Не? Нету молотильщика. Вон у него. С удара, понятное дело. С такими... Ох, воблер тут еще. Нифига себе, заколбасили. Просто заколбасили. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Да куда ж ты, блин, ну, Ронин. Он просто, ребят, побежал в наглую. А чё у меня этот-то? Чумнуха-то от чего погибла? Я что-то не понял. Вообще сорванет.
Трэш. Давай так бомбанем. Все. Лучом, лучом просто уничтожили. Ну что, двигаемся далее. Так. Жаба с молотом. Ну, на самом деле, он, да, он, ребята, здоровый, но он очень-очень медленный. Он здоровый, но медленный. Вынужден так был сделать. Опа, 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 бежит, бежит голодранец. Блин, это... Роня, ну ты бы хоть выбежал бы, я не знаю. Хоть бы раз, а? Что-то все как-то медленно, медленно. Давай так сделаем. Сейчас ударом одним, естественно, сносит. Че, это как, что произошло? Так, ага. Сейчас бумкнем. Домахался там со своим молотом. Давай, давай. Ну и все, наверное, я думаю, замку конец, ребят. Да, нормально здесь получилось. И последний тут у нас. Последняя, ребята, энергия. Хотя может успеть где-то восстановиться энергия, ребята. Этот отряд у нас на тренировке, поэтому я его взять не могу. Это последний, да? Это последний у нас этап. Или не последний? Что-то прозевал я эту вспышку. Ну-ка, Ронин. Опять не спеша вышел, да? Опять не спеша он вышел. Вызываем чумнуху. Блин, воблер. Да, такой замахнулся, тюш, сразу звездюлей получил. Ага. И все. Так, ребят, ну это не последний, по-моему, был этап. Далеко не последний. Это был предпоследний, скорее всего. Нет, последний. Что-то так быстро прошли мы его. Все это есть. Жалко, что дубликаты не меняются, ребят, на монеты. Или на что-нибудь еще, да? Так было бы прикольнее. Все, ребята, вообще нет энергии. Но тогда мы на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.